1xBet – надежный букмекер. Устанавливайте приложение 1xBet на компьютер или мобильный, и большие выигрыши от 1xBet будут всегда доступны. Регистрируйтесь на самом надежном букмекере 1xBet прямо сейчас. Да, здравствуйте, Максим Деревич. Андрей Павлович, сегодня Иванов Фернандович провел весь матч из скамейки опасных. Это чисто спортивное решение или... Кто? Иванов Фернандович. Чисто спортивное решение, больше никакого не может быть. Следующий вопрос. Паша. Приходит чемпионат, Юрий Павлович. Хороший первый тайм, много атаковали. Почему во втором тайме начались проблемы в атаке, именно создание момента? Ну, моменты были и во втором тайме достаточно много. Не было основного, не было агрессии для того, чтобы забить мяч, не было агрессии для того, чтобы удержать этот первый мяч, который забили. Не было такого, ну, принципиального начала в единоборствах. Отсюда и проиграли игру. Кто сегодня, кто больше хочет, тот и выигрывает. Чем позиция? Константин? Юрий Павлович, связываете ли вы эти результаты как-то с тем, что команда сейчас собралась только после сборов международных? Ну, связываем, конечно, эти сложные периоды, которые все по-разному приехали, кто-то играл, кто-то не играл, но это есть в календаре, и это не оправдывает нас ни в коем случае. Денис Кашка, Юрий Павлович, наверное, тоже были пару моментов неуверенности во втором тайме. Подугрил? Да. Ну, он хорошо играл, но мы, в принципе, планируем, потому что Фарфан, он два тайма не мог играть. И сама идея была, что Тугрил играет первый тайм, а Фарфан либо 30 минут, либо он прилетел только сегодня ночью. Вот вся ситуация. Может быть, и не надо было Тугрева менять. У него два хороших момента были. Он имел. Надо было их реализовывать. Еще есть вопрос, Карин. Газета «Труд», безусловно. Благодарим вас. Спасибо большое за приглашение. Я, знаете, как бы не случайно, на этот раз, вы помните, я в прошлый раз пришел учить Москве Оленичева, сейчас появилась информация уже о вас. Насчет того, что я в Бекилевкус, Илья Леонидович, хороший функционер. Хочется остаться с вами, должен быть больным тренером. Это связано только с Лигой Европы, ведь у вас результат хороший на чемпионате России. И, собственно, для чего ему карта, для которого главное это деньги, а не футбол? Да эта тема уже, честно говоря, мне не хочется на нее говорить, потому что сейчас у нас мы говорим по матчам. А эта тема, наверное, она будет позже возникать. Да. Как мы прошлогодний снег вспоминаете? Ну и слава богу, мы играем в Лиге чемпионов. Дальше. Будем надеяться. Если есть еще вопросы? Да, еще не совсем по матчу, но она свежая тема, точно была только что. Кирилл Котов накануне получили вашу новую книгу, вам ответил. Вы видели, возможно, в прессе? Да пускай она что угодно отвечает. Во-первых, сейчас пресс-конференция об этом матче. Если у него есть какие-то вопросы, пусть придет, он знает куда. Вот стадион. Пускай придет, я ему ответить. Ну что, я на каждый вопрос буду отвечать по этой книге. Если есть такие интересные моменты, которые... Значит, она интересная книга. Что-то его заинтересовало, этого Кирилла. Кто это такой? Давайте. Скажите, пожалуйста, как вы можете оценить сегодняшнее судейство? Потому что игроки после матча что-то очень долго разговаривают с судьей и о чем-то. Оценивать мне очень сложно, а оценивать один эпизод я могу. Ну как это? Столько замен, столько вратарь судил, всего одну минуту прибавить. Ну, такого еще не было в чемпионате России. По-моему, одну минуту еще никто не прибавлял. В данной ситуации прибавляет от 3 до 5. Спасибо большое, коллеги. Спасибо. До свидания.